Сегодня 253 день войны. Войны, которую развязала моя страна. Мы начали этот небольшой тур в 228 день. Такая новая страшная реальность. Концерты во время войны. Я понимаю, что больше никогда. Я хочу выразить поддержку Украине, во-первых. Я понимаю, что я больше никогда не сыграю в Украине. Но я очень хорошо помню эти концерты. Харьков, Днепр, Киев, Донецк, моя любимая Одесса. Я прекрасно все это помню. И, конечно, этого у меня никто не отнимет, это навсегда со мной. Навсегда. Но вместе с тем, мне очень жаль Россию. Я очень люблю мою Россию. Я неоднократно проехала ее вдоль и поперек. И я видела светлые лица на своих концертах. И это тоже всегда будет со мной. Но прямо сейчас идет война. Абсолютно бессмысленная, жестокая. И прямо сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя. Очень хочется мира, нет войны. Вот такая у нас Земфира. Земфир. Певиц. Рок-певиц. Моя страна, говорит она. Земфира, это не твоя страна. И не была никогда твоей страной. И не будет. Гражданство будет, даже, может, станет народной артисткой Российской Федерации. Да фиг его знает, что исключать нельзя. Столько фанатов и покровителей вообще могут героем России сделать. Мне это не поразит до глубины души, собственно, как и не удивило ее заявление. Здесь просто вот буквально сегодня же или вчера Андрей Вадимович Макаревич пост очередной написал, что бывает, что вокруг хорошего человека собирается говно, но вокруг говна хорошие люди никогда не собираются. И я вот глядя на эти все эти фотографии, которые гуляют по сети, где Земфира с Борисом Борисовичем Гребенщиковым, ну, непременно, конечно, и со спутницей своей, с Ренатой Литвиновой, с тем же Андреем Вадимовичем Макаревичем и со всеми другими деятелями нашего шоу-бизнеса, что уехали, кто куда. Ну, фотографии в основном из Израиля. Так вот, я не поленюсь и очередной раз напомню слова Сергея Бодрова про войну и про отношение к Родине в контексте войны. Как бы, а во время войны нельзя говорить плохо о своих. Никогда. Даже если они не правы. Как бы даже там, если твоя сторона не права во время войны, ты не должен говорить о ней плохо. Мне кажется, это очень такой простой принцип. Он очень старый, очень примитивный, но это так. Когда ничего не угрожает, когда война кончилась, тогда да, тогда можно говорить. Вот это было не так, и это было не так. И давайте постараемся, чтобы в будущем этого не было.